Всем привет, Оксана из Алабамы. Я приехала в центр нашего города Мобил. Решила сходить со старшим сыном в музей исторический, который организован в одной из местных вилл старого образца. Вперед! Еще и не дошли до музея, но я увидела интересную такую кирпичную стену, из которой растет папоротник. Вот, папоротник. Оригинально, да? Все, идем в музей. Музей Шарлотт Конде открыт со вторника по субботу с 11 до 3:30. Вход для взрослых $10, для детей 5. Сынок. Так, взял билет и ключи в сумку положи. Итак, вперед! Это называется еще музей 5 флагов. Итак, друзья, я хотела вам показать местный исторический музей, потому что история города Мобил началась в 18 веке. Сюда привозили первых рабов, здесь были испанцы и французы, все это переплетается. Но мне не получилось показать вам антиквариатную мебель, ковры, потому что там нельзя снимать. Я поехала с сыном в кафешку и хочу вам показать вот это. Называется «Как сделать мертвую еду еще мертвее». Резанные маринованные огурцы. Эти самые огурцы маринованные, да, которые вы все привыкли. Они жареные. Жареные маринованные огурцы. Их макать вот в такой соус, дрессинг. И пробовать. Сейчас мне плохо не будет. Ну. Ваше здоровье. Ну, сами понимаете, это же настолько мертвый, да, мало того, что он маринованный, он еще и жареный, то есть в кляре, то есть резали огурчик в кляре в яйце, обмакивали, понимаете? И получается, как чипсы из маринованных огурцов, удивительное рядом. Итак, перед вами мой старший сын Джесеф, я его заставила. Пожалуйста, как можно так оставить подростка? Это невозможно, можно только просить. Дорогой, не пей водицы, козленочком будешь. Он эту сказку не знает. Ладно. Так, давай, попробуй маринованные жареные огурцы. Мы их никогда не покупали. Но это именно южная еда. Ее не подают в северных штатах. Там, то есть, по идее, ни на Аляске, ни в Пенсильвании, ни в Мэриленде, что маринованные жареные огурцы не продают. Салфеточку не хотите? Или вы проглотите, молодой человек? Ну, на шкале от 0 прям 6. Да, ну, очень вкусный, ну, не так плохо. Я могу кушать, но если есть вибра, я не буду вибрить. Вырвать не будешь. А какая твоя любимая еда? Моя любимая еда? Да. Я не знаю. Ну как, ну не знаю, какая русская любимая еда? Русская? Пельмени. Пельмени, а еще что? А блинчики? Блинчики, еще что? А американская любимая еда? Бургер с картошкой? Нет. Нет, какая?